Всем привет! Сегодня очередные постройки моих подписчиков с почты. Спасибо всем тем, кто отправил видео своих построек мне на почту, я их всех смотрю. Но, к сожалению, я не могу все выкладывать, потому что некоторые без озвучки и в плохом качестве. Если у вас есть свои интересные постройки, то можете отправить их видео мне на почту или в Discord. А мы начинаем. Здравствуйте, и здравствуй, уважаемый ух. Я хочу вам и тебе показать мой ховерборд. Я как считаю, это универсал ховерборд. Вот кто хочет, может повторить механизм. Вот это, короче говоря, делаю ховерборд, ставим двигатель и все остальное. Ну, наверное, вы все знаете, как он. Обычно ховерборды летают, но мой ховерборд умеет что-то другое. Так. Ладно. Вот, если что, нужен был полететь, я еще их не доработал, так что, наверное. Так что даже я не знаю, это можно назвать ховербордом или машиной. Я считаю, что это ховерборд. И кому не сложно, тот может написать оценку моей постройки, да. Я надеюсь, Юг сделает, чтобы можно было оценивать постройки. Я очень хочу, чтобы он это сделал, и даже не знаю, возможно, конкурс. Ну, если что, пиариться не буду, ухо. Ну, идите с Лешей постройки. Привет, у сегодня я покажу постройку из Звездных войн космолет Т-70. Он умеет летать, стрелять и имеет реактивную скорость. Правда, из-за нее он опускается вниз. Надеюсь, ты покажешь его в видео. Сейчас я залезу в него и буду показывать, как он работает. Я его вчера доработал, и он стал лучше и красивее. Всем привет! Я хотел вам показать свой истребитель, ну или либо же самолет. Сейчас сяду в него только. Все, наконец-то. Сейчас открываю. И сейчас. Все, вот мы летаем. И сейчас мы можем скинуть бомбу, но я это делаю его на компьютере, поэтому я его не смогу активировать, к сожалению. И сейчас, если я нажму на красный прицел, мы врубили. Надеюсь, я снова попаду в видео. Ну ладно, всем пока. Следующее видео, к сожалению, без озвучки. И что это такое, я тоже не знаю. Напишите мне в комментариях, кто знает. Thank you.
и еще один ролик без озвучки. На этом наше видео заканчивается. Жду ваших роликов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!